Друзья, всем привет, с вами Алка-сенсей. И как давно мы не обновляли рубрику «Распаковка». Друзья, у нас сегодня мощная, большая распаковка. И это прекрасное пиво Hofbräu Original. Original? Original. Hofbräu Original стоимостью 9,75 лари. В переводе на евро это у нас 3,5 евро примерно. Так вот, прекрасную бутылочку этого пива, рядом мой любимый ассистент, она робко протягивает стаканчик и говорит: «А мне?» Конечно же, мы ее не забудем, нашу красотку, нашу умничку, мою бессменную помощницу. Поделил, как правильно. Это мне, это тебе. Вот она даже хочет показать. Но я же больше, согласитесь, мне и пива больше. Верно? Алкоголь распределяется на килограмм массы тела, чтобы вы знали. Давайте сделаем глоток и перейдем к сути нашего ролика. Ух, хорошее пиво. 3,5 евро за бутылку. Это стоимость в Тбилиси. Жесть, конечно. Друзья, сегодня мы были в магазинах. В двух. Точнее, первое место, которое мы посетили, это была кулинария, где мы покупаем всякие вкусные штучки. Я никогда вам их не показывал в виде полуфабрикатов. Вы всегда видели их на экране, как я их ем, уже готовые. Сейчас я покажу и скажу, что почем. А второе заведение, это магазин «Фреска», сеть «Фреска». Прикольная сеть, кстати. Много товаров, большой магазин, настоящий продуктовый супермаркет, а не только продуктовый, кстати, там и можно купить и хостовары. И даже кое-какую технику. Итак, друзья, общая цифра была 370 лари. 370 лари, если мы разделим на 2,91, давайте посмотрим. Курс евро 2,91. 370 делим на 2,91, и мы получаем 127 евро. То есть на 12 700 рублей мы купили примерно 127 евро. Итак, поехали. Кулинария, мои дорогие. В кулинарии мы приобрели килограмм долмы. Вот она, красотка. Килограмм долмы. Сейчас я вам покажу. Вот так вот. В общем-то, это долма в виноградных листьях. Здесь нужно просто ее только сварить. Ну и, конечно, приготовить вкусный белый соус. Сметана, чеснок, кинза, ну и так далее. Или мацуни. Да, или мацуни. Так, вот мы отдаем мариночки. Теперь мои любимые хинкали из говядины. Чисто говяжьи хинкали, ребята. Вот так вот. Вот так вот они выглядят. Да, стоимость долмы у нас вышла. Килограмм 24 лари. Это если мы разделим на 2,91, получается порядка 9 евро за этот пакет. Около 9 евро вот за этот килограммовый пакет долмы. Ну, килограммового пакета нам на двоих с Мариной хватает на два раза сварить. Тихо. Вот, хватает сварить на два раза. И причем не просто поесть один раз, а с каждой порции еще остается на следующий день. Мы обычно подъедаем, доедаем. Так вот, хинкали, ребята. Хинкали с говядиной. Стоимость одной хинкалинки 1 лари. Или же 40 рублей, ну 39, если скрупулезным быть. Или же, если перевести на евро, получается 1, господи, 40 раздели на 3. Это получается 1,4, 1,3 примерно, 1,4, 1,3 евро. Да. Так, все, отдаем нашему любимому ассистенту это все. Потому что это заморозка, она сейчас пойдет сразу положит, чтобы у нас ничего не раскисло, так сказать. А сейчас мы перейдем к более интересным товарам из магазина «Фреска», мои дорогие. Итак, гость программы. Первый гость программы – это у нас рыба, которую мы заказываем в ресторане. В некоторых ресторанах делают такую рыбу. Вот. Это отварная рыба в уксусе подается с большим количеством зелени.
Очень классно, очень вкусно. Вот мы уже взяли готовую, потому что в ресторан мы не поехали. Мы потратили все бабки, которые могли потратить на ресторан, потратили в магазине. Стоимость такой штучки. Господи, неужели я столько заплатил? 25,42. Ребята, вот эти три кусочка рыбы, 1000 рублей. 25,42 это больше, это 9 евро. Это 9 евро. 900 рублей. Жесть, конечно. Так. Взяли бутылочку лимончелло. 61 лари. 21 евро. 21 евро. Бутылочка литровая. 27 крепость. Мы ее положим в холодильничек и сделаем с ней даже роличек. Я очень люблю лимончелло. Мариночка любит лимончелло. Мы уже неоднократно пили. Но именно такого бренда мы не брали. Люксардо. Люксардо. Интересно, что это будет за лимончелло. Ну, все увидите. Следите за обновлениями, следите за роликами. Все вам расскажу и покажу. Далее. Взяли хорошее вино. Называется... Мариночка убирает рыбку тоже, чтобы правильно. Умничка. Взяли хорошее вино. Литермен. Белое сухое. Я вам скажу, мне практически вся серия у Литермен нравится. Это грузинское вино. Стоимость бутылочки... 21 лари, делим грубо на 3, получаем 7 евро. 700 рублей за литр очень неплохого, классного, прикольного вина. Далее, мои дорогие. Та-тайн! Что это такое? Мы взяли чачу. Самую дорогую чачу, которую я видел в Грузии. Правда, немножко поправлюсь. Вчера в магазине Алкуриум, тоже сеть алкогольных магазинов под Тбилиси, я видел чачу, которая дороже, чем Шато Мухрани. Шато Мухрани стоит 109 лари во фреско, 104,50 в Алкуриуме, но я видел чачу, которая стоит, по-моему, 150 или 170 лари за бутылку. Но если будет возможность, мы ее тоже попробуем. А сейчас Шато Мухрани классик мы брали за 109, а это 89 лари. Ценник мы делим на 3. Получается 30 евро. 3000 рублей за бутылку. Вот этой вот прекрасной чачи. Надеюсь, прекрасной. Посмотрите, какого она цвета. Называется мускат. Шато Мухрани мускат. А? Осадок, смотри, какой. Осадок, да, кстати, осадок здесь. Ёб твою мать, смотри. А что за осадок? Почему? Ребята, кто шарит в чачах? Осадок должен быть или нет? Жесть. Осадок, ребята, осадок. Это пиздец. О, я же съемку веду. Ладно, посмотрим. Не знаю даже, что нас ждет. Будем изучать теорию. Посмотрим. Блин, за 89 лари купили. Не знаю, что. Да. Да, что-то прям настроение пропало. Далее. Взяли бренди Марнавелли. У нас был обзор на Марнавелли 5 звезд. Мне понравился. Вот эта бутылка Марнавелли VSOP. Стоит 53 лари, а это значит порядка 18 евро. 1800 рублей за 0,5. 18 евро. Так, отличный соус. Мариночка делает сама пиццу домашнюю. Вот если вы живете в Грузии, рекомендую всем попробовать вот такой соус, маринара. Офигенный. Так, далее. Колбаса для Мариночки. Ее любимая вареная. Отварная колбаса говяжья. Да. Пучок китайских грибов. Здесь есть все. В Грузии есть все, ребята. Конечно, куда без борджоми. Борджоми. Стоимость бутылки 2 лари. Что означает в переводе на евро 0,7 где-то евро. 0,7 евро, меньше евро. 70 рублей. Если переведем на рубли, полуторалитровая бутылка, нет, литровая. Это литровая бутылка, 70 рублей. Примерно. Так, это у нас специя прованские травы. Не помню, недорогие, но рублей, наверное, 120. Так, бульон по-домашнему с говядиной. Тоже около полутора или двух лари, это тоже около 70 рублей. 0,7 евро. Вот оно что. Это называется не шпинат. Это называется... Спаржа. Спаржа. Слава богу, мне подсказывают.
Вот почему-то я все время это шпинатом называю. Конечно же, это спаржа. И мы ее любим запеченную, мои дорогие. Запеченная спаржа в духовочке или поджаренная, как говорит Мариночка, слегка припущенная на сковородке. Гвоздь программы. Самый основной гвоздь программы — рыбка, форель. Форель. Стоимость 3 форелек. Держите меня двое. Неужели? 7 лари. 7 лари это означает... делим на 3, мне сложно это самое. Где-то 2,5 евро, 250 рублей. 3 форельки. 3 форельки. Далее по тексту. Украинская колбаска. Чисто говядина. Все прочитано. Состав изучен. Никакой курицы в составе нет. Будем пробовать колбаску. Да, вот такая вот колбаска. Никогда не брали. Будем пробовать. Скажу свою рецензию. Не знаю, насколько она будет вкусна. Все проверим. Лимончик. Так вот, колбаска, мои дорогие. 24 лари. Это мы делим на 3. 8 евро или 800 рублей. 80 с копейками евро. Так, лимончик. Один лимончик нам обошелся. В 0,51, в 51 тетри, в полуларе. Я даже не знаю, сколько это. Это 20 рублей. Ребята, это 20 рублей. Даже меньше. Рублей 17, один лимон. Примерно. 17 рублей, один лимон. И мы еще купили гранатовый соус. Наршараб. Вот. Стоимость его 9,95, 10 лари, короче. 4 евро или 400 рублей. Вот так. Мне быстрее получается. В общем-то, все, что мы взяли. И все вот это вместе 12,700. Ну, немножечко Мариночка унесла, еще в морозилку положила. Вам делать выводы. Дорого жить в Грузии или дешево? Или же нормально? Или же это экстрим? Но мы живем здесь. И я вам все рассказываю. Кстати, мне здесь нравится. Все, ребятки. Всем спасибо, всем пока. Надеюсь, до новых роликов.